Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 24 апреля. Перед тем, как копать вот здесь вот землю, вскапывать, я хочу показать вам еще раз эти чудо-лопаты, которыми мы копаем. Вот сейчас я и Катя будем копать. Я уже показывала их несколько раз в прошлом году, в позапрошлом. Но так как старые видеоролики среди тысячи вот этих роликов, тот, кто только что подписался, не могут найти. Там реально найти очень сложно, потому что несколько видео в день, там куча роликов. Сейчас покажу все сначала. Я сейчас отойду, Катю поставлю сюда, она начнет помаленьку копать, а я буду все это объяснять вам. Да. Вот так вот происходит копание. И принцип, в чем различие вот этой вот чудо-лопаты от простой, что мы не напрягаем спину. Спина у копающего человека остается вот в таком в ровном положении. Мы почти не наклоняемся. И вытягиваем вот этот вот ком-то, переворачиваем. Когда простой лопатой, мы же руками поднимаем и силой спины, вот этих спинных мышц и позвонков. А тут вот этот рычаг, который раз о землю мы его, ну как принцип рычага, он о землю упирается, хоп, эту ручку поворачиваем, ну, по принципу рычага, все, хватит, и оно выворачивается. Ну, положи, чтобы видно было на пол. Все, можешь идти. Но они, лопаты эти, разные. Кто-то спрашивал, вы что, сами их сделали? Нет, мы сделали не сами, они купленные в садовом магазине, они все разные. Вот это более широкий такой у нее, видите, вот этот вот. Я сейчас схожу за сантиметром, я смеряю все, потому что одной женщине еще с прошлой осени обещала смерить. Он глубже берет, у него шире. Есть еще одна модель. И есть еще одна модель, которая вот эта двойная, с разрыхлителем. То есть этим мы копаем, а потом она раз как-то вот это вот проходит сквозь. И комки-то раздрабливаются. Но она немножко уже. Сейчас смеряем. Это вот, которая поменьше, 45 сантиметров. Ну-ка, высота зубчика. Высота зубчика 30 сантиметров. Просто у меня некоторые просили смерить, кто хочет сам как-то заказать и сделать. Не везде в магазинах продаются. А это уже плуг 60, 62 сантиметра. А зубец, ну-ка. Зубец 22 сантиметра. Вот эта она более тяжелая, потому что она такая, как... Я, если честно, люблю эту. А муж, копаю всегда этой. А муж копает, любит эту и всегда этой. Но у нас вечное вот такое противостояние. Я люблю канал с мелодрамами, он канал «Звезду». Он любит эту лопату, а эту. И никогда мы... Никогда я этой не копаю, а он то не копает. И еще. Копать мягкую землю, которая уже... Сейчас дойдем. Которая уже, например, осенью была перекопана. Достаточно один раз взрыхлить и все. Копать землю, которая сильно утоптана, приходится, конечно, два раза. Я первый раз копаю, потом пройдусь ногами, комки притопчу, второй раз взрыхлю. Спрашивали, копает ли она целину. Не знаю, ни разу у меня не было участка целины. И там, скорее всего, дерн будет мешать. Если бы дерн убрать, тогда вскопает. Вот это все про чудо-лопату. Мне она очень помогает, потому что у меня спина больная, в двух местах смещение позвонков, там протрузии, как у всех в этом возрасте, почти у всех. Эта лопата облегчает труд. Я ее рекомендую. Где покупать, не знаю. Мы покупали в садовом магазине, которого сейчас уже в нашем городе нет. Все, называется чудо-лопата.